Его называют чудом техники. Японский аппарат ОКТ нового класса доставили в больницу имени Семашко. Обследование на нем занимает около 10 минут. Это в 1,5-2 раза быстрее, чем раньше. К тому же аппарат обладает высочайшей скоростью сканирования – 100 тысяч снимков в секунду, что позволяет сделать обследование более эффективным. Я не побоюсь, сравню, например, наши отечественные «Жигули» и хорошую иномарку. Здесь работать одно удовольствие. Пациентам объяснять здесь очень много не надо. Очень многие переживают и нервничают. Здесь все безопасно. Здесь очень хорошее обследование и для пациента, и для врача, который это обследование делает. Аппарат поступил в больницу в августе. Он оснащен множеством дополнительных возможностей, которые позволяют получить данные о мельчайших повреждениях глаза. Например, с помощью ангиомодуля можно оценить микрососудистое русло глаза, а фундус-камера дает возможность сделать полноцветную фотографию с большим разрешением для более точного изучения глазного дна. У меня были такие пациенты буквально вот пару дней назад, которых просто случайно мы нашли, что у него глаукома. Он пришел без жалоб просто на обследование. Это очень важно. Глаукому нужно поймать за хвост, как говорится, тогда, когда она начинает только развиваться, чтобы острота зрения и зрительные функции у этого человека остались еще долгие-долгие годы. Крайне важно, что на исследование глазного дна больше не влияет снижение прозрачности сред. Также теперь не нужно закапывать контрастное вещество, чтобы посмотреть глазное дно и сделать детализацию сетчатки. С помощью нового аппарата можно выявить самые разные заболевания. Слепота, которая очень высока, то есть это возрастная макулярная дегенерация. Здесь как раз мы смотрим все слои сетчатки в разрезе прижизненно, безболезненно и безвредное обследование. Глубина проникновения света, заметьте, света, не лазера, как думают многие пациенты, а именно света. Поэтому это можно делать хоть каждый день, если на то есть рекомендации и направления офтальмолога. Стоит отметить, что больница имени Семашко – это единственное место в Рязанской области, где пройти обследование на аппарате ОКТ можно бесплатно по полису обязательного медицинского страхования и направлению от лечащего врача. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».